Снова всем привет. Так, сходили в магазин с мужем. Как всегда, зашли за хлебом, вышли с сумками. В общем, купили килограмм вешенок. Такие, я люблю вешенки. И тушить со сметаной. И я хочу, увидела у девочки, блогера, у Оксаны Булат. Оксан, привет тебе, если смотришь меня. Увидела блины с вешенками и хочу попробовать тоже сделать свои. Купили карбонат в маринаде. Такой вот очень вкусно получается. Затем купили Мираторг колбаски тирольские. Эти с зеленью, на углях. Ну, я делаю, у меня аэрогриль. Ой, не аэро, а просто электрогриль. Я покажу потом, если буду делать. Купила килограмм клубники. Клубника у нас стоит килограмм 600 рублей. Здесь чуть больше получилось. Да нет, даже не больше, наверное, все-таки. Килограмм здесь и есть. 600 рублей. И зелень купила в одном магазине, это было все вместе, клубника и укроп с зеленым луком обошлось мне вот 667 рублей, соответственно зелень 67 рублей обошлась. Дальше пачку молока и булку хлеба купили, взяла сметану, две разные, разной процентности, потому что, ну, одна тушить буду грибы, другая для других целей, в общем, разную взяла. Дайкон купили. Дайкон у меня обошелся 167 рублей 70 копеек. Просили девочки с ценами, так что кто-то сейчас, если может, начнет ругаться, меня просто просят показывать с ценами продукты тоже. И муж взял себе две фисташки соленые и взял чищенные уже вот такую семушку. Вот были недавно на рынке, говорила, давай я куплю, он не захотел. А теперь ему захотелось. Ну и что касается цен. Ага. Что касается цен, извиняюсь, уронила ценник. Очень-очень извиняюсь. Так. Хлеб 49 рублей. Дайкон, как я уже сказала, 167 рублей. Вешенки 395, сметана 1,86, другая 92. Так, кедровые орешки 399, фисташки 275, две пачки. Ну, у меня со скидкой, видите. Так, и что еще? Мираторг карбонат свиной в маринаде 547 рублей, 58 копеек. Ну и вот. В итоге 2500 получилось. Это что касаемо продуктов. Сосиски и молоко мы купили, как я уже сказала, в другом магазине. Сосиски и пачка молока обошлись вот тоже 660 рублей. Соответственно, рублей по 300 получается упаковка. Выгоднее было купить в Анкоре, но их там не было. Там они по 140 9, что ли, или 146. Ну, в общем, 150 рублей. Здесь больше, мне кажется, рублей по 300 получается пачка. Или около того. Так что, девчонки, кто живет в Новом Уренгое, в Анкоре они дешевле получаются, чем в обычных магазинах. Сейчас лето, все их берут, хорошо разбирают. Пришлось в другой магазин пилить, чтобы их взять. Вот. В общем-то, покупок очень-очень, хочу вам сказать, мало. Денег ушло больше 3000, честно говоря, не понимаю на что. Вот сейчас смотрю и не понимаю. Клубника, конечно, но очень дорого. Интересно, пишите, у кого почем в городе клубника. У нас вот пока что. Да не пока, скоро уже ее, мне кажется, уже и не будет, наверное, да? 600 рублей килограмм, это очень дорого, я считаю. Если еще учитывать, что до нас доезжает, она уже не особо-то красивая и свежая, так вообще бесплатно должна быть. Раздавать должны ее. Всем привет! Я показывала сегодня покупки продуктовые. Честно говоря, не помню, сказала я нет, что буду готовить. Хочу сегодня приготовить. Буду сейчас мыть и варить вешенки, грибочки. Сейчас я их помою в кастрюльку и буду варить минут 30-40, чтобы они не были резиновые в дальнейшем. Я хочу их обжарить и потушить с луком, с зеленью в сметане. Очень мы это любим. Это будет такой, как некий гарнир к сосискам гриль. Вот. И часть совсем немножко грибов я увидела
У Оксаны бывает. Оксан, привет тебе, если смотришь. Как-то у меня увидела блины с вешенками и с зеленью. И вот тоже хочу попробовать их приготовить. Поэтому, кому интересно, оставайтесь, конечно, со мной, девчонки. Не планировала сегодня снимать, поэтому вот намыла кучу посуды и стоит. Так что заранее извиняюсь. В общем, сейчас я их мою и ставлю варить. Итак, мы приварили вешенки. Вот я их приварила, чтобы они не были совсем резиновыми. И теперь режу. Ну, кому как нравится, так и можете резать. Нарезаем вешенки, добавлю туда специи и немножко обжарю и начну притушивать. Это что касается вешенок. Дальше завела я тесто на блины, туда положила, порезала укроп, зеленый лук и совсем немножко достала вешенок обваренных, и я их немножко обжарила, что-то мне даже не видно. В общем, эти вешенки решила попробовать, первый раз такой рецепт блинов. Не знаю, вообще перевернутся они у меня в последующем или нет в процессе. И, в общем, буду жарить блины. Сейчас поставлю вешенки тушиться, и тогда уже можно будет заняться блинами. Как я уже сказала, вешенки сейчас порежу, чуть-чуть обжарю, потом добавлю туда специи и лучок, и они будут пока немножко с водичкой, с бульоном тушиться, и в конце уже добавим сметану. Так, тушим мы наши грибы. Как я уже сказала, сейчас мы чуть-чуть обжариваем, значит, налила туда бульон с грибов, и теперь как бы тушатся они. Когда более-менее вода все вытушится, добавлю зелень и сметану. Ну что здесь? Здесь наши вот такие вот грибы, подглядела. Ой, грибы, извиняюсь. Сегодня уже все, одни грибы. Блины тоже с грибами, с зеленью. Не знаю, что мне получится, потому что девочки на погружной блине все это все было хозяйство. Не знаю. Будем сейчас пробовать, что получится. Надеюсь, получится. Дожариваем наши грибы. Блины уже готовы. И сейчас на гриле будем делать наши сосиски. А это что такое? А это вот эти деревяшки, вот эту пипочку складывать, да? Чтобы был дым, ну как бы эффект гриля. Такой вот сейчас будем вспоминать. Давно им уже не пользовались, поэтому сейчас будем вспоминать. Блины готовы. Грибы обжарились уже, протушились, поджарились. Я добавила сметану. Вот сейчас буквально пару минут, потому что сметану все-таки передерживает. Не надо. И выключаю. Наши грибы готовы. Ну и последнее. Наши сосисочки гриль жарится. Муж положил уже. Там у нас, как я сказала, пилочки. И вот у нас это все начинает жариться. Ждем. Итак, все у нас готово. Вот такой получится ужин. Не совсем легкий, потому как мясо, грибы. Здесь тесто, блины и все-таки грибы. Но это все не за один раз съестся. Еще завтра будем доедать, так что не страшно. И маленьких деток у нас нет, поэтому не смертельно такой ужин иногда делать. Грибы мы обжарили, потушили в сметанке. Сосисочки гриль. Ну и блины с грибами, с зеленью. Их можно, кстати, есть как отдельное блюдо. И сметанку, если захочется, к блинам. Вот так вот у нас получился ужин. Чай, соответственно. Всем приятного аппетита и до новых встреч!